Всем привет, дорогие друзья, с вами Ваня Крикерв, и это снова Doorways. И мы продолжаем на второй схеме. Я так понимаю, черт возьми, как же тебя закрепить, ёбаный ты насос. Все нормально, держишься, все нормально, все в порядке. Ну давай, давай, ну, сейчас у меня микрофон стоит херово. Так, я так понял, это такой же уровень, только чуть побольше. В общем, наверняка тут жирный опять будет. Наверняка. Так, подождите. Но это жопа на самом деле. Ну да, здоровенный уровень. И я так понимаю, так, тут три вентиля, выход там. А АБЦ что такое? Так, это замочные... Ключи. Ага, а ключи вставлять туда, и открывают они вот эти двери АБЦ. Ну понятно, короче, так. Вот только куда нам... пойти с самого начала. Я даже не знаю. Ну, давайте, я не знаю. А мы вот тут вот. Ой, ну давайте начнем беготню. Так, у нас тут есть трубы. Да, по-любому жирный будет опять. Привет! Как дела? What's up? Так, ладно. Я думаю, тут ничего сложного не будет. Мы уже надрочились на эту штуку. Сейчас все будет в порядке, все хорошо. Так, это что? Это первый вентиль? Это второй? Так, будет немного тяжеловато все это запомнить и разобраться, но я думаю, привыкнем. Привыкнем, конечно. Так, это двери, вот. Да, все верно. Так, надо искать ключи, надо искать все. Надо все искать, короче. Так, пока я ничего не вижу. И ничего не слышу. Так, это что такое? Так, так, интересненько. Так, это для ключей скважинки, которые мы будем открывать, да? Ага, понятно. Так, окей. Так, тут есть что-нибудь? Я хочу что-нибудь найти. Так. Тут вроде ничего такого нет особого. Ладно, все, давайте отправляемся на поиски. Ебать, твою мать. Ой, мне немного не по себе. Но не особо-то так и страшно. Этот жирный не пугает так сильно, как пугал меня инвалид. Мне интересно, будут ли еще монстры помимо этих двух. Ну, по крайней мере, не здесь, это точно, я думаю. Так, это что, это выход, да? Ну да, где вода будет. Нам, может, опять придется прыгать в воду, как на прошлом уровне. Все по старой схеме попробуем сделать. Сейчас мы все рассмотрим, все хорошенько. Посмотрим. А где жирный-то? Его не видно. Что это? Это, наверное, выходы из воды, когда я буду прыгать, да? Наверняка так и есть. Наверняка. Но это, по крайней мере, логично. Ладно, хорошо. Так, сейчас посмотрим. Так, а чё? Я пока ничего вообще не могу найти. Что это такое, блин? О! Я нашел ключ. Я нашел ключ первый. Ключ А. Отлично. Так, теперь нужно найти то помещение, куда их вставлять надо было. Так. Где оно? Ну, сейчас найдем по пути, ничего страшного. Я вроде немного так ориентируюсь в пространстве. Так что... Так, вроде бы запомнил. Чё-то как? Ну, жирного пока вообще не видно. Не слышно, не видно. Даже не чую его особо. Но я чую, что сейчас он придет. По-любому. А сейчас я вставлю ключ, и он выйдет, по-любому. Вот так и будет, отвечаю я. Просто отвечаю. Так, берем ключик, вставляем, поворачиваем. Так, а дверь, а где у нас? Ёб твою мать, ну в самой жопе просто, в самой жопе, ёлки-палки. Как долго нам до нее идти? Что? Упс. Где тут есть трубы? Так, вот, вроде бы. Нет, это не та труба! А чё, где он? Эй, толстый! Ой, он свернул. Он пошел к ключам. О, твою мать! Нифига, он долго за мной будет бежать, елки-палки, не могу я уже, все, вроде бы он устал.
что тоже очень хорошо. Так, вроде бы где-то тут должна быть дверь. Вроде бы я ее нашел, вроде бы я зашел. Вроде бы тут должен быть вентиль наверняка. А, да, точно, точняк, точняк, бери его. Отлично, молодец. Ты взял вентиль, и теперь мы его... Так. Теперь мы его должны доставить, я не помню куда. А где первый? А где вентиль А должен стоять? Не тут ли случаем? Пожалуйста. Первый вентиль. Да, точняк. Точняк. Это хорошо, что не пришлось опять бежать далеко. Это очень хорошо. Это очень... А так, теперь что делать? Я что-то не врубаюсь. А, ну да, в воду. Мы же подняли чуть-чуть воду. Давайте попробуем в нее прыгнуть. Наверняка найдем там какой-нибудь... Тоннельчик! Так, я спрятался. Он меня не должен достать. Так, так, так. Вот он прошел. Вот он ушел. Вот мы вылезаем и убегаем. Так, все, он даже нас не заметил вроде. Отлично. Сейчас мы попробуем все это быстренько замутить, потому что уровень однообразный. Такой же, как прошлый. И это довольно-таки поднадоедает. Скучновато. Так что я надеюсь это быстренько все пробежать. И посмотреть, что уже будет дальше. Что уже будет, что будет дальше, мне интересно, так же, как и вам. Пам-пара-парам, пам-пам. Так, вроде бы мы... Что-то я заикаюсь. Я всегда заикаюсь, вы меня знаете, когда мне страшно. Ну, тут особо-то не страшно, тут я уже... Так, ага, осмотрелись и поплыли. Так, 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 так. Тут я уже тут в себе уверен, поэтому тут не особо страшно. Так... Ну, вылази, задохнешься же. Так, отлично, отлично, отлично. Пока идет все по плану, все идеально. На самом деле не сложно, на самом деле очень даже просто все. Все просто, ключик я нашел прямо перед носом, прямо перед носом. Это хорошо. Так, ага. Вот труба. Так, я догадываюсь, где мы сейчас вылезем. Так. Я вроде бы догадываюсь. Так, да, все верно. Смотрите-ка, я уже четко выучил карту. Вроде бы ориентируюсь в пространстве. Отличненько. Так, вот только где Б? Я не помню. Ага, прямо около нас. Вообще как-то все шикарно. Как-то все очень круто получается. Что-то мне... Что-то жирный затих. Где дверь-то? Вот она. Меня пугает то, что жирный затих. Потому что он как вылезет сейчас, и все, но он сюда не пройдет. По-любому не пройдет. Такие жирные никуда не проходят. Хе, он слишком... Ладно, я уже... Загнул, загнул. Так, нашли вентиль, нашли второй вентиль. Второй вентиль у нас находится тоже вроде бы рядышком, да ведь? Да, по идее, да. По идее, сейчас повернуть налево, и будет второй вентиль. Если я не ошибаюсь. А я вряд ли ошибаюсь. Потому что я умный. Отъететь твою мать! Ты сюда же не пройдешь. Давай, удиви меня. Удиви меня. Не удивил. Ну, увы, чувак. Прощай. Ты слабое звено. Давай, давай, давай. Так, так, осторожненько, не паникуем и все спокойно проходим, и тогда все у нас получится. Так, бери, вставляй, заворачивай. Так, теперь снова прыгаем в воду. Так. Что-то у меня немного сейчас какие-то звуки странные были, я прям поднапрягся. Опять ты, твою мать, ну елки-палки, сколько можно, посмотри мне в глаза прямо. Что ты способен мне сделать? Ничего. Ты такой беспомощный в натуре. Просто мне тебя жаль. Давай топай уже. Опаньки. Так, так, так. Сейчас опять прыгнем в воду. Там должен быть наверняка еще один туннель, в котором и будет еще один ключ. Но тут вообще все так просто. Неужели никакого подвоха не будет? По-любому должен быть подвох. Не может быть все так... Просто.
Наверняка ведь, наверняка. А может быть и нет. Не знаю даже, не знаю. Смотрите-ка, да, действительно есть туннель. Даже нырять не пришлось. Даже настолько легко, что даже нырять не пришлось. Прямо вот просто легко и... Вот и ключик. Ну, ребятки, считайте, мы дело в шляпе уже, все. Все уже хорошо. Так, вылезли мы прямо около третьего вентиля. Вот тут получается. Нам надо вот так вот. И ключ вставить. И обратно побежать к С. И взять вентиль и сюда. Ну, чуть-чуть побегать придется. Но ничего страшного. Нам это не впервой. И вроде бы не в самый конец карты. Так, чисто наполовину. Но ничего страшного. Сейчас мы все сделаем. Сейчас мы уделаем. Так, где проход? Где проход? Сейчас он должен быть. Вот он, я его нашел. Так, давай, доставай ключ, чувак. Это что такое? Это, блядь, вертолет пролетел. Вертолет пролетел. Прям мимо окна моего. Да уж. Ладно. Так. 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 Так, 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 так. Ну так, я даже не знаю, о чем с вами говорить в такие моменты, дорогие друзья, потому что тут настолько все однообразно, что просто вообще, я уже даже не то, что не боюсь, не напрягаюсь вообще, просто пиу, как раз плюнуть все. Запросто все легко так вообще. Ну и у меня слов нету просто, я на самом деле не ожидал от игры такой легкости. Но мне... Вот я сейчас слушаю сам себя, и мне прям вот... Чуется, что неспроста эта легкость. Мне кажется, что потом нас ожидает жопа полная. Да? Да, дорогие друзья? Да, наверняка. Сейчас мы вентиль-то вставим. Вентиль-то вставим. И побежали на выход. Все, дорогие друзья. Окей, что же будет да? Ёптиль, мать твою! Нифига ты, как меня ты подловил-то на повороте прямо. Так, ты, я надеюсь, мимо пройдешь? Давай. Ждем, дорогие друзья. Ого! Давай, 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 давай. Мимо, мимо, мимо. А теперь выбегаем, даже не будем дождаться, пока он идет подальше. А, он и так нас не заметил. Ну, конечно, ему-то разворачиваться тоже тяжело. Не знаю, не знаю. Ну, все, достаточно все просто было. Достаточно мы все легко прошли. Уделали его просто как вообще без Б. Так, давайте, мы нашли дверь. Мы заходим. Наконец-таки, я надеюсь, что не будет третий такой же уровень. Я надеюсь, да? Ох ты, летит твою мать! Ёб твою, ты чего? Ты чего такой бешеный? Давай, открывай дверь! Дверь! Ох, етить твою колотить! Ах ты охренеть просто, дорогие друзья! Я вот вообще просто охреневаю, что это такое? Эксит! Эксит! Прыгай! Эксит! Да, да, давай, лезь! Все, он вроде нас не должен достать! Не должен! Не должен! Ох ты, елки-палки, слава богу, слава богу. Ох, как я обосрался-таки. Вау, этот жирный еще даст о себе знать. Окей. Что? Ну что ж, дорогие друзья. Вот мы и прошли второй уровень. Сейчас будет следующий. И я думаю, что пора нам на этом закончить. Наверняка. И ведь уже достаточно времени прошло. Ну, можно еще, правда, чуть-чуть посмотреть чисто, какой тут третий уровень прикинуть. Вот, а потом мы закончим, наверное. Ого! А я полезу искать статуэтки свои. Так, ладно. Окей, где мы появились? Что это за такое место странное? Что это за... Что это? Нет! Нет! Это что, больница? Лечебница?
Да еще и психушка наверняка. Что это сейчас было? Вы видели тень? Я видел тень. И звуки. Боже мой. Это самое стрёмное, что я видел. Блин, дорогие друзья, ну началось. Сейчас будем мы бегать просто жестко. Я боюсь. Блин, стрёмно. Я аж замер, реально. Дорогие друзья, вот этот уровень вообще прям по атмосфере переходит все границы. Не, ну нахуй, а. Ебать, дорогие друзья, а тут вообще кот нужен. Вот это, бля, я боюсь, тут скримеры будут. Очень боюсь скримеров. Но пока что, по крайней мере, я не вижу мест таких, чтобы прятаться. Значит, за нами никто гоняться не будет наверняка. А что это там лежит? Я не могу взять, да? Ебать, страшный уровень, дорогие друзья. Не, дайте я передохну, короче, на этом мы с вами закончим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Рассказывайте друзьям. Давайте двигаться вперед. Ничего не бойтесь, всем удачи. Так, 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 так. Ну, мне интересно, но страшно. Интересно, но страшно. Что это такое? Что это за... Что это за звуки? Это ты? Это ты, сука? А чё ты такой высокий? Реально. Ну ты вроде на одном уровне со мной стоишь. Или висишь? Ну, чуть-чуть висишь. Но все равно ты слишком высокий. Я тебе по пояс. Жесть. Или я гном? Может, я гном? Тоже вариант. Но я не хотел бы быть гномом. Но я и так в жизни маленький. Хотя бы в игре бы дали бы побыть высоким. Ладно, ладно, да-да-да, на этом мы будем заканчивать. Сейчас я быстренько. Сейчас я быстренько. Что тут? Тут тоже ничего интересного. А что тут? Ёп! Какая большая комната. Это кухня. Это или столовая, или кухня. Да, что-то такое. Ничего, ничего не активно, ничего нельзя делать. Двери какие-то, куча каких-то дверей. О-о-о-о, туалет — это плохо, я пошел. Нет, ну надо все-таки зайти, вдруг тут что-нибудь важное лежит, но я боюсь. Нет, в туалет, видите, не пускает, там невидимая стена опять это. Значит, там ничего нет. А шкафы открываются? Нет, шкафы тоже не открыв... Что это сейчас было? Он на что-то невидимое забирается. Так. Холодильник? А меня не закроют здесь? Я надеюсь, это мои шаги, я надеюсь, да? О! Я нашел ключик в баночке. Он замороженный? Так, значит, его надо разморозить. Значит, его надо разморозить по-любому. Или разбить. Или разбить, что вариант. Ну, скорее всего, разморозить. Ведь все так просто не бывает. Хотя по сравнению с прошлым уровнем, даже просто иногда бывает. Так. Стремняк. Дорогие друзья. Так, я нашел записку. Так, там у нас был код, так что смотрим на записках код. Чтобы пройти в ту дверь, которая была в самом начале. Так, а тут уже нормальный скелет. Наверное, такой же гном, как и я. О, можно подобрать. Рентген. Рентген мы взяли. Отлично. Что это сейчас было? Сука, опять монстр сейчас будет? Нет, я боюсь. Я, дорогие друзья, опасаюсь. И очень сильно боюсь. Что это такое? Ого! О, да ну, мы можем ключ разморозить, друзьяшки. Да ну. Вот это да. Ну-ка, хопа. Хопа. Пиу. Отлично. Забираем ключ. А баночку можно забрать? Нет? Ну ладно. Так, хорошо.
Так, надо еще осмотреть. По-любому тут еще что-то полезное должно быть. Давайте посмотрим. Что это такое? Что? Блин, эти звуки меня убивают. Вы, наверное, их слышите? А может и нет. А может и да. О! О! Эй, стой! Там ключ был! Там был... Это в желудке ключ там был. Приколитесь, приколитесь. Это важно, это важно. Это надо запомнить. Ну, я думаю, мы можем посмотреть в любой момент, да? Да, видите, там ключик. Точняк. Так. Походу, нам придется копаться в трупах. Мне так кажется. Ладно. Так, все, больше ничего полезного? Больше ничего. Так. А тут что? Тут закрыто, да? А-а-а, может сюда вешать эти картинки? А зачем мне в натуре снимки эти, да? Кто бы мог подумать? Давайте-ка развесим их. И что-то я уже завис, давайте заканчивать на этом. Так. Вы уже знаете все, что я хочу сказать. Так что я просто с вами попрощаюсь. И пожелаю вам всего хорошего. Всем удачи! И всем пока. А, еще ничего не бойтесь. Ну, как обычно, да? Ну все, давайте. Пиу, ебать.